Я мог бы и не делать обзор на это говно, но все-таки один раз я как-то каким-то образом внезапно посмотрел эту блевоту. Фильм 2018 года «Книжный клуб». Ну что тут говорить? Сраные вонючие ведьмы. Бен Кьютон, Джейн Фонда, Гэдис Берген, Мэри Стенберг, Эзеди Гэр. В общем, одним словом, старые ведьмы, кошелки, дырки хотят трахаться. Трахаться ихняя вагина просит и просит. Новая глава самого скандального романа. Режиссер Бабараб Билл Холдерман. Ради дырки он готов на все. Сборы США 68 миллионов в Бакинске, сборы в мире 35, сборы в России на 165. 165 тысяч долларей, видимо, дырки пошли и отдали, ведь они это обожают. Премьера в России 28 июня 2018, премьера в мире 17 мая 2018. Вот, это убожество недостойно вообще внимания. 1 балл. Ни в коем случае не смотреть. Вот еще одна ведьма, которая готовится к премьере. В кинотеатрах. Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер. Утонченных! 50 оттенков серого. О, это еще тот сатанизм, как многие рассказывают. Бесовщина. С этого момента жизнь калифорнийских леди-бледи уже никогда не будет прежней. В общем, тут и говорить нечего. Фильм от вагин для вагин. С уже старых таких, пожилых, которых на уме бабки и трах. Трах и бабки. Вот и вся картина. Лайки, дизлайки, подписки, монетки. Welcome back.